Правда, в нашей школе среди старших классов будет проходить бал маскарад. Маскарад, это так таинственно. Наш класс отвечает за украшение зала. Мы тоже хотим поучаствовать в маскараде. В следующем году вы тоже сможете участвовать. А какие условия участия в маскараде? Каждому выдается коробочка с аксессуаром. По его мотивам нужно создать целый костюм. Самый волшебный костюм школы! Так, вернемся к новой теме. Королева школы – это моя мечта. Девочки, какие украшения для зала будем делать? Катюш, какие украшения? Нужно сделать костюмы на бал. Ты слышала Ангелину Борисовну? У каждого участника своя тематика. Про эти коробочки она говорила. Ха-ха, наверняка. Вероника, ты шалишь. Ой-ой-ой-ушки. Я одним глазочком посмотреть. Тут лежит Микки Маус. А в розовенькой что? Здесь муха какая-то. Ой, нет, пчела. Пчела, это Би? Да-да, она. Интересный персонаж. В общем, там еще единорог и лиса. Лиса, Алиса, такой классный образ. Можно пофантазировать. Девочки, это наш шанс побывать на этом балу. Вау, вау, сколько тут всего, смотри. Дианка, кто это? Какие платьишки. Кажется, Ангелина Борисовна в костюме феи. Девочки, она не должна нас заметить. Смотрите, там еще платье. Всем тихо, ни слова. Кто это? Показалось, надо больше отдыхать. Девочки, смотрите, здесь все костюмы есть, даже невеста. Так давайте все примерим. Я бы все сама сшила. Ой, да просто примерить, Диан. Да, Диан, давай примерим, сфоткаем, отправим бубенчику. Ой, да бросьте вы! Добрый день, девочки! Чем я могу вам помочь? Несите самые красивые маскарадные костюмы! И невесту захватите! Все за мной мерить! Ой-ой, что-то не налезает! А я тебе говорила, что много сладкого это вредно! Ну как я вам? Невеста-единорог! Гремучая смесь! Вероника, это же не сочетается! Не знаю, что у вас там не сочетается, но снять я его уже не могу! Моя очередь мерить! Ну как я вам? Сомнительный из тебя Микки Маус! Видимо, такой же, как из тебя единорог! У нас есть костюмчик цыпленка. Ой, вы знаете, я пчела. Есть бабочка. Ой, а хотите усики примерить? О, давайте. Мы совсем не похожи на наших персонажей. Не светит нам бал. Девочки, без паники. У меня есть идея. Бежим домой. Я сейчас для всех пошью костюмы. Опять стоять не двигаясь. Зато это значительно ускорит процесс. Давай начинай с меня. Вуаля! Вау, как классно! Диан, ну ты талант! Ты немного отдохни, я пока Вероникой займусь. Окей. А, Диан, долго еще? Платья готовы, остались головные уборы. Но для этого мне не обязательно стоять. Нет, только смотри, не порви ничего. Хорошо. Что там трещит? Это он. Вот и мой Микки Маус готов. Девчонки, все аксессуары готовы. Катюша, у тебя классный костюм лисенка. А у тебя умопомрачительная пчелка. Дианка, нам главное с Ангелиной Борисовной не встретиться. Ага. О, девчонки. Здравствуйте, девочки. Мамочки. Какие у вас блестящие костюмы. Особенно твой хвост, Катенька.
Мой хвостик, да, очень красивый. Ангелина Борисовна, вы тоже классно выглядите. А кто у вас, енот? Вообще-то это зайка. Развлекайтесь, девочки. Фух, пронесло. Итак, настало время выбрать самый красивый маскарадный костюм. Ура, ура, ура! Сверкающая Вероника в костюмчике радужного единорога. Веселая Диана в костюмчике Минни, подружки Микки Мауса. Милая Катюша в костюмчике доброго лисенка. Забавная и яркая Ри в костюмчике принцессы пчелки. Пишите в комментариях, какой костюмчик был самым лучшим. И за мой тоже можете голосовать. Ставь лайк и подпишись на наш канал. Subscribe to the Bubble Channel and like this video. Like, like.